Этот дядя не жалеет, что в траве окурок тлеет. На такого дядю, глядя, мы, ребята, скажем речь. Как же вам не стыдно, дядя? Поле нужно нам сберечь. Это печеные факты. Здравствуйте. Речь пойдет о несчастном случае, который произошел в ночь с 16 на 17 сентября в селе Холодная Балка. И только благодаря бдительности наших граждан-сограждан и профессиональной слаженной работе МЧС нам удалось избежать катастроф. Площі території садового підприємства були роздані в якості паїв громадянам України. На сьогоднішній день ці паї знаходяться у занедбаному стані, а в зв'язку з підвищеною температурою повітря існує загроза загоряння сухої трави, а в подальшому і дерев, що в свою чергу погрожує протипожежному стану цієї території. Та вірогідності загоряння будинків, котрі знаходяться поблизу захаращених паїв. Это была выдержка из депутатского обращения Анатолия Скурчака к председателю Нерубайской громады. И в этом же документе настоятельная рекомендация в кратчайший срок с целью работы на опережение собрать исполнительный комитет, сделать предписание собственникам вышеупомянутых паёв с целью приведения их участков в надлежащий вид, чтобы минимизировать возможные возгорания, поджоги и максимально предотвратить возможное стихийное бедствие. Обратите внимание, и дата 19 июля. А это результат бездеятельности исполкома и игнорирования депутатов. Местные жители заметили огонь в 11:30 ночи и сразу же вызвали МЧС. Надо полагать, что ни работники сельсовета, ни работники исполкома в тушении пожара участие не принимали. Слушай, горим, не горим, а? И это нам еще повезло, что безветренная погода не позволила огню распространяться быстрее. Что должно еще произойти, чтобы сельсовет таки перестал игнорировать депутатов, а исполком наконец понял, что он в первую очередь исполнительный комитет? А вообще, с учетом новых тарифов на электричество и газ, лучше ничего не делайте. Мы, когда похолодает, придем туда греться. Но это уже другая история. Приходит пятница.